столицу Таджикистана Душанбе прибыл первый гуманитарный груз из Казахстана. Обе страны существенно пострадали от наводнения в последние несколько недель. После обращения Таджикистана Казахстан откликнулся на просьбу о помощи и направил соседям горючее, продукты питания и другие предметы первой необходимости. В Киргизии плохослышащие студенты впервые в истории страны выступили на одной сцене вместе с профессиональными актерами. Пьеса, названная «Надежда», была поставлена Бишкекским молодежным театром, который поставил перед собой задачу на сцене показать, как видят окружающий мир глухие. В Киргизии плохослышащие практически не имеют возможности работать или участвовать в культурных мероприятиях. Национальная валюта Грузии лари подешевела по отношению к доллару США и достигла исторического минимума за последние 16 лет. Падение грузинской валюты началось в ноябре, и с тех пор она потеряла треть своей стоимости. Такое падение связывают с удешевлением российской валюты – рубля. Жители Грузии обеспокоены увеличением стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости.